В редакцию телеканала «Видное ТВ» поступил звонок от Лидии Понятенко, жительницы дома номер 58 по проспекту Ленинского комсомола. Лидия Ивановна жалуется на то, что территория возле ее дома уже давно требует комплексного благоустройства. Отсутствие парковочных мест заставляет автолюбителей ставить свои машины на газоны. Из-за этого трава укатана, где-то и вообще уже не растет. Еще одна проблема, которая волнует и жителей соседних домов – пешеходная дорога. Разбитый проспект, тротуары, вот, 74-й год вообще ни разу не ремонтировался. Вы пройдите, посмотрите, он весь почти разбит полностью. А после дождей, как рассказала Лидия Ивановна, на тротуаре образуются огромные лужи, которые просто невозможно обойти. Проспект спускается вниз. И получается так, что дорогу к дому построили выше и перегородили этот спуск. И вот между здесь образуется каждый раз после небольшого дождя большая лужа. А уж если хороший дождь, то нужно или на проезжую часть выходить, или одевать резиновые сапоги. И вот в таком духе весь проспект. Похожие проблемы и во дворах близлежащих домов. Если пройти по проспекту, взять дом 54-й. Около 54-го года было море. Года два тому прошел ремонт. Ну, что там ремонтировали, непонятно. Лужа немножко уменьшилась, правда, но все равно она так и осталась. Зачем делали ремонт, а куда делали деньги, непонятно. Чтобы лужа теперь уходила, пробили желоб в тротуаре. Рядом с домом проходит автомобильная дорога, вдоль которой непонятно для чего со стороны дома установлен забор. А на противоположной стороне тротуар, который ближе к вечеру полностью заставляется машинами. И людям приходится идти по проезжей части. Небезопасно ходить и в конце проспекта Ленинского комсомола. Прямо у пешеходной зоны находится открытый люк. В таком бесхозном состоянии колодец уже 5 лет. К сожалению, в проектах по благоустройству города на 2016 год домов 54, 56 и 58 по ПЛК нет. Будем надеяться, что администрация обратит внимание на жалобы жителей и, может, в следующем году эти дворовые территории будут приведены в порядок.